Избирательная кампания Нового года станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси. 25 февраля пройдет единый день голосования. Жители республики изберут депутатов Палаты представителей Национального собрания, а также местных советов. Выдвинуть кандидатов можно до 15 января. Закон о республиканском бюджете подписан в Беларуси на 2024. Приоритетное направление – повышение благосостояния населения за счет увеличения зарплат и поддержка национальной экономики. К слову, смета союзного государства также определена. Она выросла на 40%. Это позволит увеличить количество различных программ и проектов. В республике стала возможной комбинированная форма работы. Благодаря изменениям в кодексе сотрудники могут совмещать как очный труд, так и дистанционку. Также с января на удаленку возможно временно перейти до 6 месяцев в году. Новые корректировки обеспечивают кадрам больше гарантий. Белорусские ученые начали печатать котлеты на 3D-принтере. Технологию тестируют в Институте мясомолочной промышленности. Как отмечают исследователи, продукция изготовлена из натурального сырья. Для необычного производства используются свинина, говядина, птица и другие необходимые компоненты, без консервантов или искусственных добавок. Завтра в Могилевской области пройдут 3 благотворительных праздника для детей. Один из них запланирован в Бобруйске. Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича соберет около 250 ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Чтобы порадовать маленьких жителей, Белорусский детский фонд для этого дня подготовил почти 1000 сладких подарков.